Саша, я давно тебе знаю, багато людей тебе в Дніпрі знають, але я для себе сформував ось тебе як людину спортивного аналітика. Ось скажи мені, будь ласка, що ти сам про себе з цього приводу думаєш? Чи ти взагалі аналітик, чи ти спортивний, і чи ти, можливо, особливо там футбольний чи баскетбольний? Як ти оцінюєш? Ну, тому що знань тебе реально вистачає, і є платформи, де ти ці знання, ну, чесно кажучи, і ділишся з ними. От розкажи про себе, будь ласка. Якщо чесно, я просто той чоловік, який складно вміє чогось говорити. И желательно в прямом эфире. Это первое. Мне это достаточно всегда просто давалось по непонятной для меня причине. А остальное это уже мои увлечения, которые просто сошлись воедино с этим. А учитывая, что никто толком разговорным жанром таким у нас не занимается, я решил это попробовать. Стали куда-то приглашать, где-то там что-то говорил. Вроде нормально получается. Но не могу сказать, что я себе слишком высокого мнения в этом плане. Ну, то вже така справа, нехай глядачі самі дають тобі оцінку. Ну так, я знаю точно, що ти бував неодноразово на місцевих футбольних шоу, називаємо їх так. Називаємо їх шоу. Шоу. Слухай, але в тебе точно є платформи, де ти продаєш свої знання, скажімо так, чи ще не продаєш. Я знаю, що є YouTube-канал і є сайт. Розкажи, будь ласка, про ці платформи. Ну, звісно, да, мені в якійсь степені було полегше, тому що у мене є цей сайт, де ми з ребятами цим вже займаємося 20 років. Звісно, це наше хобі, ми там нічого совершенно не заробляємо. Ну, как обычно у наших людей, они нам не верят. Ну, и вважают, что там вы ну, бабосики накусили. Да, что там просто все очень... Нет, ну, на самом деле, нет, конечно, мы ничего не зарабатываем. Мы еле-еле там отбиваем обычной рекламой там... Хостинг. Да, там... Нет, так оно и есть, вот хостинг, да, и, собственно, все. Поэтому, да, естественно, мне легче. То есть этот сайт, он ну, вот, существует, повторюсь, 20 лет. Мы просто с ребятами собрались, это было интересно. И вот так это себе и движется. Были у нас взлеты и падения. Ну, пока плывем, и слава богу. Ну, а потом, просто так как у нас стало модно, все начали резко что-то делать в Ютубе. Меня это спросили примерно раз 300, а почему бы тебе не попробовать? Я долго отнекивался. И... Так, за правилами интервью тут обов'язково з'являться посилання на ресурси, про які говорить Сашко. Где-то вот там. Да, десь тут, обось да. тут. Да, ну и поэтому я решил попробовать, сделал там какой-то пилотный выпуск, отзывы были хорошие, людей в онлайне было даже больше, чем я думал. Ну, так вот оно и закрутилось уже сколько? 26 выпусков. Нервуєш під час випусків, як в перший раз? Да нет, если честно, сейчас вообще это, не переживаю. Скорее, это тяжело физически, потому что когда ты час времени должен говорить, ну, безостановочно фактически, и постараться не терять речь, это очень сложно. Если кто-то думает, что это просто, пусть для себя сядет, попробует такое записать, и потом это посмотрит со стороны, он очень сильно удивится. Это скорее сложно, чем... Ну, ты прям готуешься, сидишь, якась информация, нет, чи це потік? Нет, у меня есть там собственная формула, скажем так. Чем больше я себя нагромождаю подготовкой конкретной, ну, в смысле, там, возьму какой-то готовый текст, что-то там заучу, тем хуже получается. Нет. У меня скорее формирую в голове себе определенный план, темы, но не углубляюсь заранее. Чем саме ты наповнюешь свои выпуски? Про что ты говоришь? А, ну, тут схема очень простая. То есть есть тур футбольный, там играет Днепр-1. И ты юзаешь да, и я да, начинаю... Нет, ну, в основном только за Днепр. Я говорю, потому что обо всех командах у нас есть кому говорить, пока я концентрируюсь на этом. Ну, естественно, я цепляю и все, что с этим связано. Да, то есть начинаю я с матча, тур, говорю свое мнение, показываю какие-то цифры, ну, а дальше делюсь инсайдами и параллельно смотрю на вопросы. И когда вижу что-то интересное, я за это цепляюсь, это развиваю. Ну, вот так оно все и растягивается. Практически на час. Щодо інсайдів, мені завжди було цікаво, звідки, ну не кажи звідки ля, чи складно їх добувати тобі, чи це якась там людина, чи декілька людей, з якими, ну вони просто діляться з тобою інфою. Ну смотри, до недавнього времени я взагалі спеціально їх ніколи, ці інсайди, не іскав. То есть ввиду того, что я ну, в этой всей тусовке достаточно давно, ну, если ее можно у нас так назвать, да,
То есть, ну, тусовка – це точно. Да, шо, да. То есть, и здесь самое главное, конечно, человеческие отношения. То есть, если ты общаешься с людьми… Ну, они по-нормальному с тобой поделились информацией. Да, то есть это все происходит скорее как беседа, да, определенная. Мы делимся какими-то мнениями, и вот в процессе таких разговоров возникает какая-то информация, которую можно во что-то потом аккумулировать. И если люди… Я понимаю, что это никак не навредит благому делу, скажем так, я формирую из этого некую новость, да, ну и, или какой-то месседж у себя в YouTube-канале. Это делается так. То есть таких людей несколько, это они находятся не столько и не только в Днепре, то есть вообще как бы и в Киеве, и там в агентских кругах. Есть у меня там определенные знакомые. Ну вот так это и получается. Это человеческие отношения. То есть ми друг другу допомагаємо. І... Я просто точно знаю, що дуже сам був свідком того, як все українські ресурси посилались на ваш ресурс, коли ви щось, якусь цікаву інформацію щодо трансферів там оприлюднували. І, ну, це як его підігріває, що там який футбол.ua, наприклад, посилання на ваш канал. Ну от якщо футбол.ua робить посилку, мені це взагалі ніяк не підігріває, тому що це він вже превратився в відкровенну помойку. Ну то таке діло. Зараз у нас буквально можна пару-тройку сайтов нормальных найти. Ну, эго, наверное, это слишком громко сказано. У меня как раз с эго скорее проблемы. Ага. Да, наверное, его должно быть побольше. Это, я это скорее расцениваю как польза. Потому что просто люди будут знать и будут заходить. Все-таки не буду кривить душой. Возможно, когда-то я постараюсь это поставить хотя бы чуть-чуть на какую-то коммерческую основу. Возможно. Но это будет при условии, что все, что происходит сейчас с днепровским футболом, выйдет хоть на какой-то более или менее нормальный уровень, чтобы это было интересно не только людям, которые находятся у нас здесь на месте. Ну, ты сам что-то читаешь взагалі? Чи десь якісь ресурси тобі подобаются? Нет, конечно, я читаю, могу сказать, какие. Да, я однозначно читаю «Трибуну». Объясню, почему. Ну, помимо того, что я просто нахожусь с ними в дружеских отношениях, но это не главная причина. Поэтому я, собственно, с ними нахожусь в дружеских отношениях, потому что то, что они делают, мне откровенно нравится, хотя тоже есть вопросы. И главный их плюс в том, что и всем я рекомендую заходить к ним. Почему? Потому что они не завязаны ни на каких старых связях, знакомствах. У них нет никаких моральных обязательств ни перед какими спортсменами там, разными, и футболистами. Ну, неважно, с кем. Они реально роблят свою работу. Да, они пишут то, что они на самом деле думают. Да, они, а вы можете думать, что они ошибаются, что где-то они, вы не согласны с их мнением. Это нормально. Но ну, как они... завжди, все украинские СМИ, да, ты да. читаешь и думаешь так, ну, они там... Да, чаевые там, да, всегда там. Возникает какой-то вопрос. Вот где-то он кого-то не дожал, где-то кому-то не задал острый вопрос. У трибуны с этим совершенно нет никаких проблем. Они бомбят всех. Будет это Динамо, Шахтер, Днепр, не имеет никакого значения. Они сядут и напишут максимально честно. Вот это, конечно, круто. Вот за это я их уважаю, поэтому я их читаю. И они знают мое отношение к ним, и поэтому регулярно выставляют наши инсайды, наши интересные новости к себе на ресурс. Они делают это постоянно, за что им большое спасибо. Они сегодня назначены номер один в Украине. Слухай, трошки відійдемо від ЗМІ. Ти взагалі сам граєш у футбол? Коли востаннє м'яч був у твоїх ногах? Да, это интересный вопрос, потому что мне его часто задают, я уже не раз отвечал. Я, как и многие дети, занимался футболом с самого детства. Ну, у меня никогда особо ничего хорошо не получалось, но это длилось достаточно долго. Различные детско-юношеские школы, их было не одна и не две. Я такой был, да, переходящий трансфер постоянно. Но ничего у меня толком не получалось. То есть у меня была определенная вещь, там, которую я умел делать, но это было единственное, что у меня хорошо получалось. У меня была левая нога, которая нормально работала. Ну, но хоть не две левых ноги. Да, у меня, да, ни скорости, ни какого-то особого таланта у меня не было, поэтому я прекрасно понимал, что у меня ничего с этим не получится. Ну и это все закончилось, ну вот, ближе там. К старшим классам школы я как бы с этим закончил. Последний раз в футбол я играл, сейчас я вам скажу, до того, как, наверное, родился мой ребенок. Это было 6 лет назад.
После, да, после этого, ну, было какое-то время не до футбола, по понятным причинам. Ну да. Да, а потом у меня была попытка опять собраться с моими друзьями детства, это все дело возобновить, но, к сожалению, я очень серьезно повредил колено и пока что ленюсь с этим делом. Как сказал классик, не поганяли шкіряного м'яча. Да, так. Поэтому сейчас пока, к сожалению, колено не позволяет. Я в дитинстві, ну це в дитинстві років 15, ну трошки хоть більше. Хоть не 50, слово. Так, більше. Ще грав у футбольні симулятори, особливо в менеджери. Саме не просто грав у симулятор, а в менеджери. Чи грав ти? Чи граєш, можливо? Да, у мене, кстати, довга історія з футбольними менеджерами. Перший раз я з ними познайомився в начале 90-х. Как только у меня появился персональный компьютер, я моментально заинтересовался футбольными менеджерами, всем известными, там чемпионшип менеджер, футбол менеджер, и, ну, наверное, ну, перестал я ими так вот серьезно уже заниматься лет 10 назад. Ну, как-то не знаю, почему-то откипело. Но вот до этого времени я, ну, не пропускал ни одного выхода, каждая новая часть, каждый Новый год я изучал и... Саш, тепер перейдемо до глобальних питань. Україна – футбольна країна? Це провокаційний вопрос. Відповідай. Я скажу, скорее, нет, чем да. Вообще, даже не так. Україна не спортивная страна. Это не в футболе проблема. Если мы возьмем глобально, то если мы берем за скобки то, что Украина не спортивная страна, да, то, конечно, футбол тут все равно спорт номер один. Поэтому вот как тут конкретно понять? Ну, ми як Уганда, да? Там також є збірна і також є футбол. Чи ні? Чи ну, вообще, я считаю, главная проблема это вообще как бы в людях, не в спортсменах, потому что у нас достаточно хороших футболистов все равно. И, а люди – это уже проекция на то, что у нас вообще в принципе в стране происходит. Потому что людям ну, не до футбола, ну, объективно. Потому что у нас очень заполитизированная страна. У нас главный спорт – это политика. То есть это тоже своего рода спорт. Да? Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Каждый переживает за каких-то своих фаворитов. И у нас, к сожалению, эту нишу заняла политика. То есть вот этот азарт, то, что как бы людям нравится. У них все равно есть, у каждого человека есть потребность в спорте. Да? То есть наблюдать за ним, иметь своих фаворитов и так далее. Но у нас, к сожалению, политика это все... витіснило. Ну, а що можна назвати хоча б трошки національним видом спорту? Ні, ну це футбол. Не бокс? Не бокс. Ні, не бокс. Бокс, може, где-то рядом, но ні. Це точно не бокс. Це футбол, це біатлон, це бокс. Вот це тройка. Повернемось до Дніпра. Також питання для Дніпра точно глобальне. Як ти вважаєш, чи настане той час, коли Дніпро-арена буде знов заповнена вщент? Я думаю, да. Що повинно відбутись з футболом в цьому місці, цій області, щоб арена, центральна арена заповнилась вщент? А это совершенно несложно. Що за катаклізм? А катаклізм очень простой. Должен произойти определенный ребрендинг того клуба, который есть сейчас. Он должен максимально ассоциироваться с прошлым Днепром. И я вам скажу более того, весь этот хейт, который там сейчас с фанатов происходит, да, то есть мы же должны понимать, что фанаты это еще там, это мягко говоря, не все люди, да, то есть чисто в процентном соотношении даже. Если руководству этого клуба сегодняшнему удастся это все дело как-то организовать, это, повторюсь, этот ребрендинг, который будет максимально ассоциироваться с прошлым Днепром, то можете мне поверить на слово, я знаю примерное настроение в обществе по этому делу. Большинство людей даже не будет разбираться. Ты давно сам был на стадионе на Днепро? Я хожу на каждый матч. Ходишь, потому что ты вболеваешь за СК Днепро-1, или ты просто полюбляешь футбол? Бо є ж люди, які ні, ходять. Смотрите, у мене нет никакого і не ходять зараз. У мене нет никакого антагонизма к Днепро-1 совершенно. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что этот клуб образовался, зная абсолютно все нюансы, как это произошло. Меня это никоим образом не трогает. Я не из тех людей, которые включают максимальное морализаторство и начинают рассказывать, как было честно или нечестно. В этой жизни много всего нечестного, и мы все с вами не святые. Поэтому я рад, что есть у нас футбол в городе, и дай бог будет у них получаться дальше. Конечно, наверное, сложно сказать, что у меня на данном этапе это вызывает те же эмоции, но... Але вони підігріваються. Но
это я сейчас нахожусь скорее в дороге к тому, чтобы это все ко мне вернулось в голову. Добре, назви двох кращих українських тренерів на даний момент. Так, іменно українських чи ті, які в Україні працюють? В Україні, давай так. Навіть. Які працюють сьогодні в Україні. Так. Це інтересний вопрос, кстати, дуже даже. Я думаю, це однозначно Скрипник, 100%. І, мабуть, на сьогодні це Луческу, як би я к нему не відносився. Слухай, у Луческу вийде такий же ефект роботи з Динамо, як був у Шахтарі? Я думаю, такий же не вийде, але то, що вони зроблять... Бо вже старенький, чи що? Да ні, ну просто і можливостей у Динамо фінансових таких нет, і вряд ли вони появятся. Ну і, звісно, возраст теж, все-таки Луческу – це тренер прошлого. Сейчас он, у него что-то более или менее начинает получаться, лишь из-за того, что у него сумасшедший бэкграунд, этот опыт, но он, естественно, уже не учится и не будет учиться. Его взяли, чтобы якось перетрусити цю динамівську машинку, бо для чого? Да, чи якусь платформу створити? Да, я сейчас скажу, может парадоксальную вещь, но это скорее опять Суркис не вышел из зоны комфорта. Потому что, как бы к нему ни относились, все равно Луческу воспринимается уже в Украине как свой. Он столько лет здесь проработал, и назвать его, конечно, можно иностранным Якась тренером. Какая-то ассимиляция, так? Ну да, во-первых, это еще и фантомные боли, да, то, что Шахтер их постоянно делал с ними все, что хотел, да, и они пошли, грубо говоря, от обратного. И в парадигме Суркиса это вполне логичное решение. Тому не треба якось і дивуватись цьому. Ні, це ж мене це ніяк не удивило. Головного тренера Дмитра Михайленка, як ти вважаєш, треба було відпустити, звільнити, називається як хочеш? Так, звісно. Прийшов час? Так, це наступило время. Ти маєш на увазі, що він вже свою роботу вже зробив, так? Ну так, ви знаєте, у чоловіка є ж підсознательна якась місія, да, там определенна. І тренер теж, у тренера є определенний цикл. Якщо ми не беремо якісь виключення із правил, які є, але їх не так багато, да, тот же Луческу там, или Фергюсон, прости господи, что их поставил на одну ступень. Ничего. Я думаю, Саня вымочает. Я думаю, ты меня тоже простишь за эту халатность. Да, поэтому в основном тренер работает до 5 лет максимум в одной команде. Потому что уже и кризис идей наступает, и сами футболисты и тренеры друг друга просто начинают уставать. В Дніпрі один это где-то стало происходить, но скорее здесь... Это как семейные отношения, у подружек. Конечно, да, но только это наступает быстрее. Ага. Ну хотя тут как посмотреть. Да, поэтому там было понятно, что Михайленко, он уже был в неком творческом тупике скорее. Да? То есть у него были идеи, которые он пытался привить сейчас, и это явно ничего не работало. И наступил такой момент, что нужно было расставаться, но я скажу так, это надо было сделать еще немножко раньше. То есть вот перед началом чемпионата нужно было полюбовно расстаться и пожать друг другу руки и двигаться дальше. Но тут было несколько потеряно время, ну ничего, посмотрим, может вырулят. Сьогоднішній тренер, тобі подобається його робота? Когда... Саме подобається, не аналізуй. Да, як да, болівальника? Да, скорее да, чем нет. Чим саме, можеш пояснити? Ну, во-первых, я был немножко скептически настроен, когда его приглашали. Ну, я не буду сейчас тут умничать сильно и рассказывать почему, но был у меня определенный скепсис, да, потому что и опыт работы не сильно большой, там, и особых результатов не было. Но мне понравилось, что он начал делать, потому что, во-первых, он привел полностью свой штаб, он не стал там ни с кем договариваться, никого особо оставлять. Заслуга. Да, он привел своих людей, там оставил только тренера вратаря, это было сделано правильно, потому что к нему особых вопросов нет, но и все-таки это преемственность поколений, городов, не чужой человек вообще этому клубу, этому городу, и вообще надо было такого человека в клубе однозначно оставить, это правильно. Поэтому, что сделал Явичевич, он сразу стал кардинально пытаться что-то менять. То есть не начал вот это присматриваться там. И знаете, как у нас говорят, мне нужно присмотреться, мне надо время, там, 20 лет, чтобы все это сделать. Нет, он сразу стал рубить, он сразу стал вводить какие-то изменения. И что мне понравилось, это практически сразу визуально... Відображення якесь. Так, це одразу було видно. Да? Добре, тоді назви двох гравців, які тобі подобаються в СК Дніпро-1. Це Логінов. І не тому, що він мой друг. Привіт. Передаємо. Да. Ну, на самом деле, мне нравится, как он играет. Если честно, до того, как он пришел в Дніпро-1, мы с ним долго, давно очень знакомы.
Я так немножко думаю, ну, Серега, ну, футболист, ну, ладно, окей. Як друг нормально. Да, ну, не более того, нет, я тут не буду лукавить, но то, что он просто пришел, и то, что он дает этому клубу до сих пор, начиная со второй лиги, это внушает уважение, он держит марку, и он очень крутой футболист. И другий гравец. Так, если мы берем на сегодня, сейчас... Ну, ты знаешь, нет у меня такого фаворита. Ну, тут тоді одного. Нет, ну вот, да, вот как бы Логинова я могу просто выделить по совокупности его качеств. Он и хороший футболист, он и хороший человек, и он много дал клубу. А вот сейчас кого-то еще, вот, чтобы я мог вот как-то отдельно выделить, меня, к сожалению, тоді, не получится. Тоді охарактеризуй в одному реченні стиль гри сучасного СК Дніпро-1 при цьому тренері. А, при этом тренере? В одному реченні. Это попытка быть доминирующим клубом в каждом матче. Про український чемпіонат. Чи довго ще вболівальникам мріяти, що якісь золоті часи повернуться? Як ти думаєш? Ну, це теж. Це все про зв'язок, я так розумію, що і політичної ситуації. Ну, смотрите, да, смотрите, ну футбол же у нас олігархічний завжди був, да? І це, кстати, несмотря на те, що це, конечно, може... А чи буває, от чи зможе існувати наш футбол без олігархічного впливу? А я задам тобі другий вопрос. А такі клуби, як Манчестер Сіті, як Паріс Сен-Жермен, ну і похожі з ними, ми не беремо Юнайтед, це унікальний в своєму роді клуб. Не тому, що ми з тобою за нього переживаємо. То ти маєш на увазі, що то свого роду олігархи, так? Ну, звісно, ну прийшов денежний мішок із Еміратів і всякими хитрими схемами туди вливають деньги. Ну, тому що УЄФА і ФІФА – це корупційні платформи, згоди, однозначно. І тому вони вирішують там свої питання, вони обходять правила і вони мають... ну, у них тепличні умови для того, щоб свої клуби дуже швидко піднімати наверх. Поэтому... Ти поки не бачиш якогось такого різкого стрибка у розвитку українського футболу, чемпіонату, як взагалі? Я скажу так, мені скоріше подобається те, що зараз відбувається. Опять можуть немножко покрутити у виска люди, які це посмотрять і послухають, но я просто вижу, що ті молоді, навіть люди, яких зараз воспитують, во-первых, вони ментально совершенно інші. Молодежь сейчас совсем другая. Плюс креативных футболистов появляются больше. Да, может, общий уровень пока, если брать совокупные качества, не так высок, но, по крайней мере, то направление, которое сейчас вроде как вырисовывается, и поколение ребят, их отношение к футболу, мне нравится куда больше, чем было то, что раньше. Они сейчас не думают о том, чтобы получить деньги, максимально их куда-нибудь потратить, пропить, прогулять и так далее. Они сейчас... Молодые ребята более смотрят на жизнь трезво, как мне кажется. Мы уже трошки говорили про гроші СК Дніпро-1, ФК Дніпро-1. Уяви, що ти дуже-дуже, що ти, наприклад, Іве Коломойський, або володієш таким же мішком грошей, як у Ман-Сіті, так, президент. Чи є сенс вкладати гроші у відродження ФК Дніпро, чи це потрібно створити взагалі якийсь, ну, не знаю, новий клуб на базі? От як би ти розпорядився цими грошима, якби вони в тебе були? На якому етапі? На етапі, коли ісчез ФК Дніпро, да, і у мене з'явились гроші, і я прийшов. Що би зробив я? Ось реалії, так, на сьогодні такі, наприклад. Ну, во-первых, люди, у яких дуже багато грошей, і ми з тобою, у нас совершенно різне мислення і підхід до життя. Якщо ми з тобою будемо розсуждати з позиції звичайної логіки нашої, людської, приземленої. Чому виникло таке питання? Тому що дуже часто я чув від колег, які кажуть, слухай, ну там тих грошей, ну що б ще не виділити і не зробити? Тому ось у мене таке виникло питання. Ну, это очень дилетантський підхід к этому делу, потому что долг ФК... Ну, і рахувати чужі гроші, то завжди само собой, да, конечно, не свої ж надо тратить. Смысл в чому? Долги футбольного клуба Днепр на сьогоднішній день, поки що він ще юридично не исчез, составляють порядка 40 мільйонів євро. Немаленькі гроші. Немаленькі гроші. Ну, можно сколь угодно рассказывать о том, что у Коломойского есть миллиард, и ему 40 миллионов заплатить. Не пометить, начебто. Не пометить дачи, но это полная чушь. Потому что деньги, они же не находятся в чемодане у господина Коломойского дома. Они разбросаны в виде неких объектов. Інших чемоданів. Да, інших чемоданів. Можливо, інших людей. И не денежных. Да? То есть у него есть определенные активы, которые оцениваются. И сказать о том, что он сейчас вот 40 может вкинуть Днепр, ну это безумие и скорее дилетантство полное.
Поэтому, что бы сделал я на его месте? Я бы пошел примерно по такому же пути, как это не парадоксально. Да, я бы тоже... Назовем это реорганизация. Да, я назову это так, потому что здесь не должны быть сантименты. Звучит. Понимаете, очень много у нас эмоций и мало трезвого подхода к вещам. И нужно понимать, грошей. Нужно понимать, нужно обнулить этот вопрос. Вот есть факт, что есть клуб и есть 40 миллионов долга. Убрать эти эмоции, что к этому привело, это не имеет никакого значения в контексте того, что нужно просто сделать дело. Поэтому да, нужно создавать клуб, хотя Коломойский не имеет отношения к Днепру-1. Мы разумеем. Юридически. И никаким образом мы это с вами не докажем. Ну, поэтому... це в СМІ можна лише обговорювати. Да, это можно лишь рассуждать, да. Ну, то есть, если ты хочешь, скажем так, если ты хочешь вернуть в Днепр футбольный клуб, вот так будет корректно, да? Угу. То есть, конечно, правильно и быстро это создать новый клуб и попытаться его распиарить и подойти в управлении ко всему так, чтобы это со временем был уже тот же Днепр опять. И это возможно. Это более короткий и безопасный путь и менее энергозатратный. Жінки розуміються на футболі? Некоторые, да. У нас, кстати, в Україні самый лучший судья вообще в Україні – это женщина. Тобі подобалась ведуча, здається, про футбол, так, передача називалась? Лобода? Так. Она органично там смотрелась вполне в своей роли. Дивилась в цій ролі. Ну, если честно, я не скажу, что она прям совершенно была не в предмете. Да? Там, не в предмете была Ириша Блохина в свое время, а как раз Саша Лобода, она старалась в силу там... Так, ну я точно хочу сказати, що знаю безліч чоловіків, які нічого не розуміють. Да, ні, вона нормально смотрела свої ролі, вона не визивала у мене каких-то негативних емоцій. І у нас буде маленький блок про не може не поговорити про баскетбол. Можеш відповідати швидко, можеш Давай. Ні. Також на уяву. Уяви, що ти Бродський. Ні, ну насправді не треба це робити. Учитывая, давай, які так, у мене з ним відношення в інтернеті. Що ти президент Федерації баскетболу так, України і три твої перші кроки, як реанімувати баскетбол в Україні? Я бы не сказал, во-первых, что он мертвый. А реанимировать что? У нас что-то было крутое, а потом умерло, и надо его возрождать? Ну, мені здається, чемпіонат, в якому грає 8 команд, і всі 8 команд виходять у плей-офф, то це дно. Но сейчас не 8. Ну, зараз ні. Но не, согласен, это дно. Є моменти, які в голові просто не вкладаються. Смотрите, я могу сказать, что мне не нравится то, что делает Бродский, и мы из этого перейдем к тому, что я бы сделал. То есть, давай. Ну, у Бродского просто авторитарный стиль управления. Это никогда не приводит ни к чему хорошему. То есть, он в ручном режиме решает все вопросы. Так просто не должно быть. Что бы сделал я? И это, в принципе, пытается сделать Бродский тоже. То есть, это, конечно, на местах надо общаться с бизнесменами. И при этом быть в хороших отношениях с властью. То есть, чтобы создать некие условия для того, чтобы человек захотел создавать там баскетбольный клуб и его постоянно поддерживать. Потому что у нас с этим сейчас какой-то разброд и шатание. Наверное, не совсем верно мне сейчас об этом говорить, потому что я не в процессе. Безумовно, да, мы лучше фантазируем. Да, я сейчас могу лишь фантазировать, да. То есть, и вот только так. Ну и мы, конечно, должны с вами понимать, что баскетбол как игровой вид спорта, он, конечно, не на первом месте в Украине. Хотя, наверное, на втором. Вот именно как игровой вид спорта, да, мы не говорим про спорт в целом. Поэтому, конечно, первое – это диалог с бизнесменами. Второе, к сожалению, диалог с властью. От этого никуда не деться. И постараться нанять профессионалов своего дела. То есть отойти от вот этих всех людей прошлого, которые до сих кореша. Пор... Да, и никакого понебратства, никаких удобных людей. То есть это максимально нанять профессионалов, потому что Федерация баскетбола Украины – это не бизнес, понимаете? То есть это ты в бизнесе можешь кому-то доверять или не доверять. Тут просто надо нанять человека на конкретное место, которое будет выполнять хорошо свою работу. И чтобы люди были заряжены идеей. Вот это для меня вообще самое важное. То есть ты собрал людей... И ты увидел, это ему интересно, он горит этой работой или нет. Если нет, то до свидания. Щодо зібрати людей, збірна України з баскетболу, їй потрібен інший тренер чи інші гравці? Щоб показати результат. Вот именно сейчас, я так. Считаю, ничего не надо делать.
сейчас нужно закрыть и распустить? Нет, нет, им сейчас вот то, что есть залышь. Сейчас, надо попробовать, посмотреть, что из этого выйдет. Потому что выбор тренера сборной в целом, я считаю, достаточно неплохое решение. Здесь у меня особых вопросов нет. У меня вопрос к тому, почему этот тренер еще и клубом руководит. Вот этот вопрос. Ну, это також питання. Твоя стартова п'ятірка баскетбольного клубу «Дніпро» всіх часів і народів? Это... Давай не так. Давай хотя бы какой-то возьмем период. Ну давай. Там, давай, когда Днепр стал БК Днепр. Да? Добрый, там, так, давай, да. Давай так. Хорошо, давай попробуем. Стартовая пятерка. Стартовая пятерка. Однозначно там будет Тимофеенко. Я не буду начинать круто. С первого номера, ладно? Да, да, добре, не, добре. Не буду начинать. Я згоден насчет Стаса. Да, это будет 100% Тимофеенко. Кто еще у нас, чтобы он меня так уж сильно впечатлил за все время? У нас их так много менялось. Я даже назову, несмотря на то, что он сейчас играет неважно, но я назову сейчас это Генри Дугата. Угу. Потому что первого номера сильнее, чем он у нас, наверное, в команде не было никогда. Центровым к Тимофеенко. Это будет, наверное, Ледека. Неплохо. Да, потому что он был на тот момент ну, просто доминирующим игроком. У нас такого именно доминирующего центрового, наверное, не было. Так, остается у нас второй и третий так. номер. Третьим номером. Блин, ну вот сейчас Террелл крут. Террелл. Такого талантливого игрока у нас в команде не было никогда. Ну а под вторым... Ладно, бог с ним, будет Мишула. Я долго колебался, но поставлю я его. Я бачу просто на твоем обличье, просто бежали эти буквы. Ты понимал, в чем сейчас будет. Ну, добре, Саня, Мишула, тобі привіт. Передаємо. И в этой команде защищаться умеет один человек, наверное. Ладно, полтора. Ну, все зроби Стас. Все да, зроби Стас. 100%. Слухай, ну ми говорили про футбол, і так, щоб завершити, давай тоді назвемо 5 гравців СК, ФК, Дніпро. Як сам захочеш, 5 гравців. Угу. Воротар, один захисник, півзахисник і двох нападаючих. Ось твій топ-5. Хорошо. Это однозначно Ротань. 100%. Ну, не в раму його ставимо. Ні, 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 конечно. Хоча він при необхідності там. Так, я знаю. 100% Ротан для мене главний футболіст, який був, я не знаю, за много-много останніх років в команді. Без питань. Да. Він досі, мабуть, що найнадійний футболіст. Він зараз себе дуже достойно веде, я скажу так. Мені так, добре. Ротан. Да, это коноплянка при всьому, може, неоднозначном отношении к нему там. У некоторых людей. Это однозначно главный талант последних, я не знаю, скольки лет, 30 у нас в футболе. Это Матеус. О, непогано ты так сгадав. Да. Згоден. Так, кто у нас там остался? Вратарь, да? Так, воротар. Это не будет Бойко. И захисник. Это не будет Бойко. Кто был классный у нас вратарь? Я, наверное, будет неожиданный опять выбор. Я, наверное, поставлю Кернозенко. Згадав? Да, потому что Кернозенко олицетворял собой надежность. Ты понимал, если Кернозенко в воротах, глупостей точно никаких не будет. Вот это 100%. И захисник? Ну это Русал, конечно. Да что ж ты просто в мою топ-5. Ну потому что тут, по-моему, все на поверхности. Да. Ну що ж, у нас був сьогодні Олександр Скляр. Він каже, що він не аналітик, але ми точно знаємо, що він аналітик спортивний і шарить за усі види спорту. Повірте, ми б ще тут могли говорити не один час. Саша, тобі дякую. Я думаю, що ми ще побачимо. Спасибо вам.